Здравия желаю. Наступило лето, жарко. Значит, надо вентилятор БТГ делать. Сделали. Вот этот вентилятор БТГ. Значит, потребление его 8,5 ватт. Применяй реле. Амрон. А так, сейчас покажем. А если напрямую его включим, так, напрямую в сеть, да? Без реле, то у нас выйдет вот что. Потребление его 34,3 ватта. Так. А теперь на единицу. 28,9, 28 ватт. А вот через реле. Амрон. Смотрим. Так, вот он дует. Дует. Вот так. Дует как на единицу, видите? Дует как на единицу. На тройке поставлю, но дует как на единицу, потому что с прерываниями. Значит, на единицу он дует на 28, как видели. 28 ватт. А у нас, вот, круг я замерял. Поэтому не померишь. Прерывистая, поэтому не померишь. Ваттметру, видите как? Он не успевает сработать. Только по счетчику. Вот я по счетчику замерял 23,44. То есть 8,5 ватт. А если так разделить, вот я и так делил, то 28 разделим на 4. 7 ватт. То есть чуть больше. То есть на пуск, как этот говорили, на пусковые токи все 1,5 ватта. То есть ерунда. И получается у нас что? Какое КПД у нас получается? Значит, 28 он должен потреблять. То есть он крутится на единице. Видите, крутит нормально. То есть прохладно. А он, значит, 5 раз по 28 работает. Несмотря на то, что здесь выключается, он 5 раз. 8 помножить на 5. 140 ватт он должен был потребить за это время. То есть за это время, потому что 5 раз дольше. А он потребил 8,5. 140 делим на 8. На 8. 5. 16 помножаем на 100. 1647. То есть КПД. КПД вентилятора этого. КПД вентилятора 1647. Что за ерунда? 1647%. Так, видите, влияет вот этот ток еще какой, смотрите, влияет, как передается все по воздуху.
вот это вот гаснет. Видите, мигает. А я ничего не нажимаю на клавиатуре. То есть иногда залипает, иногда гаснет. То есть эти герцы, частота идет. То есть на лето обеспечен вентилятор 8,5 ватт, который должен потреблять 140 ватт. Его можно было поставить, чтобы он был вообще ноль, но тогда будет крутиться слабо. То есть а вентилятор-то побольше, там можно, но это в следующий раз можно сделать. То есть будет вентилятор без потребления. Это потребляет 8,5, а крутится на 140 ватт. То есть если за один раз, то есть он КПД у него где-то 4 раза, 28 на 8 это будет, 3,5 раза у него КПД. А если по времени выдержать, то есть он может проработать 5 часов проработает, вместо, значит, 140 ватт потребит всего 8 за это время.